धन्यवादाः। अधुना च कृपया मरियजेमिन भवती वदतु। मम नाम मरिया अस्ति। अहं रशियदेशादा अस्मि। अहं सेण्ट् पीटर्बर्ग् नगरादा अस्मि। अहं द्विवर्षं यावत् संस्कृतं पठामि। ओ परमम् उत्तमं, धन्यवादाः। एवं च इत्युक्ते अधुना कृपया ओला आलो भवती कृपया वदतु। नमो नमस्ते। मम नाम ओला अस्ति। अहम् उक्रैना देशात् अस्ति। अहं खारिकव् नगराद् अस्मि। अहं त्रिमासा यावत् संस्कृतं पठामि। परमं सुन्दरं, धन्यवादाः। अधुना कृपया ओल्गसलवियोव भवती वदतु। मम नाम ओल्गा अस्ति। अहं रूसि देशं अस्मि। अहं सेण्ट् पीटर्स्बर्ग् नगरात् अस्मि। प्रश्नः अस्ति, कक् बुदित् पोतरा? Это хороший вопрос. Полтора, это у нас будет, сейчас я вам здесь напишу, слово половина, это означает ардха, да, ардха, это половина, сардха означает вместе с половиной, для тех, кто изучал самасы, это прекрасный пример. Саха Бахувриги, тот, что существует вместе со своей половиной, это сардха, да? Ардхена саха вартате ити сардха. И поэтому полтора, это получается сардхайка. Слово эка, это у нас здесь сандхи между сардха плюс эка, получается сардхайка, это означает полтора. Хорошо? Aham sardhaikam varsham sanskritam pathami. Param sundaram, dhanyavadaha. Evancha uttamaya prashnaya dhanyavadaha. Так что спасибо за прекрасный вопрос. Адхуна крипая Ирина Шестакова бхавати вадату. Мама нама Ирина Асти. Ахам Россия дешат Асми. Ахам советский нагород Асми. А как сказать примерно? Примерно, что мне сейчас приходит в голову, это самбхаватаха. Самбхаватаха обычно означает скорее всего. Но это почти что примерно, если я вспомню другое слово, я еще добавлю. Но скажем сейчас самбхаватага. Ахам самбхаватага саптами варшам яват самскритам патхами. Уттамам. Давайте вспомним, что нам нужно слово, которое выражает цифру, использовать здесь в самасе вместе со словом варша, поэтому сапта варшам. То есть здесь сапта. Не нужно... Да-да-да. Угу. Прекрасно, спасибо большое. Иданим крипая Альяна бхавати вадату. Намо намаха. Намо намаха. Мама нама Альяна асти. Ахам праша дешат асми. Ахам Москва нагарат асми. Ахам дви варшам ят самскритам патхами. Сундарам, дханьявадаха. Эванча иданим Оксана Горностаева бхавати крипая вадату. Намасте. Намасте. Мама нама
Оксана Асти. Ахам, Италия дешад асми. Ахам, Лукка дагарат асми. Ахам, Эка, Варшам явад самскритам патхами. О, первым сундарам садхувадаха. Заметьте, раньше я говорила дханьявадаха, чтобы сказать спасибо. Сейчас я сказала садхувадаха. Это менее часто обычно вы услышите, но это альтернативный способ сказать спасибо. И опять-таки все выражения спасибо на санскрите, которые вы сейчас слышали, садхувадаха и дханьявадаха, это можно сказать современный санскрит, это не, чаще всего вы это не увидите в классических текстах. Ну так, это маленькая сноска. Дальше, крипая бхавати Ирина Насиева, бхавати крипая бхавати. Извините, если я неправильно произношу ваше имя или фамилию, пожалуйста, поправьте. Хорошо? Намасте. Мама нама Ирина Асти. Ахам, Россия, Россия, как правильно, Россия? Это очень хороший вопрос. Уттамаха прашнаха асти. Я чаще всего слышала в Индии как существительное название страны слово руша. Руша деша как страна Россия с коротким а, не с длинным. Вот. И поэтому как прилагательное русский, это я видела как руши. Я сейчас не очень уверена, что у Гончарова, у Кочергиной в словаре. Просто иногда в Индии очень много разных вариантов, иногда они просто, они и правда как вот по-английски «рашия», так скажут, или «рушия», по-разному. В словарях хинди иногда «руси», но в Кочергиной как раз «руши». И, кстати, а почему... Это нам здесь могут сказать наши специалисты по сандхи. Что происходит с зубной буквой S, когда перед ней буква R? Может ли она остаться? Правильно, тривиализация она должна стать мурдханья по правилам санскритского сандхи, поэтому, конечно, это объясняет, почему Кочергина использует более санскриту удобоваримое название страны Руша, а не Руса. Прекрасно. Ну, давайте будем использовать то, что в словаре. Это, я думаю, лучше, чем какие-либо другие разговорные варианты. То есть Руши – это язык, Руши – бхаша, и Руша – деша, получается. Страна – Руша. Хорошо. Прекрасно. Теперь, простите, кшамам яче, извиняюсь. Ирина, вы не закончили, правда? Вам еще осталось. Продолжайте, пожалуйста. Ахам руша деша тасми, ахам Москва нагара тасми, ахам экам варшам яват самскритам патхами. О, парамам уттамам. Я сейчас также всем записала, как извиняться на санскрите. Кшамам яче. Слово кшама – это означает прощение. Вот, а яче – это уже глагольная форма «я прошу», поэтому научимся уже сейчас извиняться кшамам яче. Есть еще много других вариантов, как это сказать, но это один из. Прекрасно. Уттамам иданим крипая. Светлана Ким, бхавати вадату. Намо намаха. Мама нама Светлана асти. Ахам руши дешат асми. Ахам лесной нагарад асми, ахам три варшам яват санскритам патхами, баху вирама их саха. Баху вирама их саха, чинтамасту. Чинтамасту на санскрите означает, это не проблема, сейчас я это напишу, чинта. Масту. Для тех, кто из нас, кто здесь знает сандхи, вы увидите здесь, что это ма плюс асту. Да, асту – это повелительные формы глагол. А чинта – это беспокойство. То есть, пожалуйста, никаких беспокойств. Мы в этом уроке
очень многие пассивные, в этом курсе мы многие пассивные знания сделаем уже не пассивными.